Пивка не хочешь? Как настроение? Береги себя. Thank you.
обороняет право вычитать приказания султана! Далеко.
Нужно подойти поближе. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Yeah!
Хо-хо-хо. Ну и бардак же тут. Давненько мы не занимались уборкой в катакомбах. Я так полагаю, мы имеем дело с нашествием крыс. Я не затем прожил 10 тысяч лет, чтобы меня одолели какие-то крысы. Я проводник силы ночного колодца. Я ночнорожденный. Не достаю. Слишком далеко. Мне нужна цель. Что-то совсем распоясались. Доводилось ли вам видеть такую великий магистр? Вам этого не простит. Говори со мной.
Ну что ж, выдвигаемся. По машинам! Будем держать связь по радио. Железные дворфы появляются из бункеров у основания колонн прямо перед вами. Уничтожьте бункеры, и враг будет вынужден отступить. Thank you.
еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Стой! Берегитесь, к вам что-то приближается! Быстрее! Начинаем маневрирование! Маневрирование! Запуск протокола оценки угрозы. Главная цель выявлена. Повторный анализ через 30 секунд. Внимание! Воздушная разведка накладывает атомных генераторов энергии для ракетных шахт. Левиафан завершает свою работу. Не достаю. Слишком далеко. Они идут. Нужно подойти поближе. Не достаю. Слишком далеко. Наказаны за это вторжение! Наконец-то!
Слишком далеко. Гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торин, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? У меня нет цели. Их нужно Мне остановить. Нужна цель. Нужно подойти поближе. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Торин, не сомневайся! Придержите мечи! Я сдаюсь! Ты! Ты не моя возлюбленная! Сгинь, нечисть! Вот источник зла, заполонившего Ульдуар! Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои, теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы должны победить. Больше. Дайте не мне силы! Мой взор снова ясен. Благодарю вас, герой. Thank you.
слишком далеко. У нас мало времени, друзья. Вы поможете испытать новейшее и величайшее из моих изобретений. И учтите, после того, что вы натворили с XT-002, отказываться просто некрасиво. Превосходно! Просто восхитительный результат! Целостность обшивки 98,9%! Почти что не царапинки! Продолжаем! Цели. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, а куда же я делала? Ах, вот куда. Я называю это непревзойденной воздушной боевой единицей. Нужно подойти ближе. Фаза предварительной проверки завершена. Пора начать главный тест. Его великолепием! Грейтесь в его сияющем сиянии! Перед вами потрясающий Фэнтон-Сентро! Очевидно, я совершил небольшую ошибку в расчетах. Пленный злодей задуванил мой разум и заставил меня отклониться от инструкций. Сейчас все системы в норме. Конец связи. Сна — это болезнь!
теперь проснулась. Бедная Низендра. Она верно служила хранительницей сна, а в итоге стала привратницей кошмара. Прежде сталкивался с кошмаром, но никогда еще он не господствовал во сне так безраздельно. Он расползается повсюду, сея свою порчу. Не слушайте его вкрадчивый шепот. Я чувствую здесь влияние Кинария. Этот портал ведет на лунную поляну, но путь преграждает темная магия. Нам нужно снять преграду и открыть портал. Все эти дороги излучают осязаемое зло. Выбирайте путь и помните, я с вами.
Что это за ужас? Опухоль кошмара на древе жизни? Здесь, в отражении угодий самих титанов? Если это семя прорастет, оно пустит корни в самое сердце Азерота. И тогда кошмар поглотит весь мир и всех в нем живущих. Этого никак нельзя допустить. Сюда, малыши, вдохните запах страха, который мы поглощаем. Наконец-то начнется пир. У меня нет цели. Сави и его повелитель рады, что все наши силы уходят на борьбу с Легионом. Их порча просачивается в наш мир, сея сомнения. Thank you.
клинок разил целые армии. Вы думаете, что выстоите против меня? Аннигиляция! Ваши судьбы переплетутся! Репликация! Аннигиляция! Наконец-то у сопротивления появились союзники. Больше нам не нужно прятаться. Вперед! К свободе! Ворота сломаны. Простите, что мы пришли так поздно. У нас были неотложные дела. Я останусь тут, чтобы укрепить позиции. Алиса, твоя помощь неоценима. Наши герои будут и дальше полагаться на твою мудрость. Жители Сурамара в неоплатном долгу перед этими героями. Я ни за что их не оставлю. Я буду следить за вами. Удачи!
головы, что там за гранью? Страшитесь знамения звезд! Какая наглость! Сейчас я вам покажу! Загляните в ледяную бездну, что лежит за пределами небес Азерота! Знамения звезд, аватары небытия, и ведом только год. Они поглотят будущее, которое вы надеетесь защитить. В будущем все еще хуже. Красота Сурамара моя заслуга. Я овладел искусством вплетения магии в саму природу и все ее творения.
Как вы посмели вторгнуться в мои сады? Эй, не опалите бутоны, пока горите сами! Вредитель уничтожит другого. Увидайте от жары, сорняки! Опустится тьма, умрете и вы. Горите сами! Thank you.
скормлю ваши кости, ворона! Раньше это был изумрудный путь снов. Здесь я говорил с зелеными драконами. Теперь это священное место стало точкой. Жизни разорваны! Отомстим за дремлющих! Надежда! Болезнь! Мир! Эта земля выдохнет и умрет! Да подсорится! Почувствуйте порчу кошмара! Сондра, как жестока судьба. Однажды очистившись от кошмара, ты снова пала его жертвой. Бывают раны, что не затягиваются. Нужно подойти поближе. Портал открывается! Путь к Кинарию свободен.
Я уничтожу эту порчу! Ко мне! Сражайтесь за сон! Это ты, Дорошан? Да, Кинари, мы пришли тебя спасти. Что это за зло, мой кошмар? Закончи! Шандо, я спасу тебя! Подождите! Он начал прозревать! Не мог. Отец! Готово! Отец! Кинари пострадал, но он жив. Теперь я постараюсь очистить его от порчи. Ксавий затаился в провале Аль, в самом сердце кошмара. Я бы отец, помог вам, герой. Я тебя не подведу! Но я не могу туда пойти. Кинари! Моя связь со сном дает мне силу. Но она же делает меня уязвимым к тьме, затаившейся в провале. Я заглядывал туда. И знаю, что если я шагну внутрь, порча поглотит меня, как поглотила Кинария. Кошмару покорялись все! Драконы, боги, герои! Я покончу с вами легко и быстро! Он может спасти вас! Нет! Не позволю! Пора обрубить вашу последнюю связь с миром смерти! Он может спасти. Нет! Не позволю! Yeah! Shots!
слышите меня? Кошмар издавна пожирает изумрудный сон, словно язва. Если бы Ксавий преуспел в своих злодействах, его порча охватила бы весь Азерот, превратив его в сплошной кошмар. И желанный гость. Ваша победа принесла возрождение сну и защиту миру. Теперь хотя бы этот путь для Ксавия закрыт. Чтобы почтить вашу храбрость, я проведу вас в самое сердце сна. Вы ощутите, как под вашими ногами расцветает сама сущность жизни и благодарит вас. Как дела? Приходи еще. Thank you.
Хочешь возгрести новую эру страшения? Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников! Да! Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары! Да! Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары! Щадите их! Бейте без промаха! Я — это сон наяву. Чудовище из ваших кошмаров. Демон с тысячью лиц! Трепещите! Ибо я обретаю истинную форму! Нужно подойти поближе. Падите ниц перед богом смерти! Безумие поглотит вас! Не достаю! Слишком далеко! Готово! Трепещите, смертные! Конец близок! А теперь я замечаю душу дракона навсегда. Это страшная свеченка. Откуда она? У меня нет цели. Свершится предначертанное. Мне нужна цель. Это оружие, равного которому не существует. И существовать не может. Верните в истинное лицо смерти! И знайте, что ваш конец близок! Вы обречены! Не вы, ни кто другой не в силах избежать близящегося конца света! Ульви и Висхалас Галгархонг! Слишком далеко. Время – деньги, друг. Thank you.
чем могу быть полезен? За Альянс. Thank you.
Мы на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх — ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Ваш путь. Вы находитесь в самом сердце земля крестья. Здесь вас не защитит солнце. Ничто вас не защитит. Обитель господина. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной смерти. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Довольно! На место ждали ваши могилы! Твои руки! Ваша смерть неизбежна. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Что же это? Если Болвар жив, то может есть надежда на мир между Альянсом и Ордой? Нужно попасть на верхушку этой проклятой башни и освободить паладина! Да будет так, во имя света! Подготовить усмиритель небес к воздушной атаке на цитадель! Герои, попытайтесь выбраться на бастион! Попробуем встретиться с вами там! Запускайте двигатели! Летим навстречу судьбе! Держите шлемы крепче! Это еще что? Дайте мне подзорную трубу! Клянусь бородой, корабль Орды несется на нас на всех парах! Маневрируем! Пушки, заряжай! Недостаточно маны! Летим дальше, братья и сестры! Это не твоя битва! Да что ж такое? Не сдадим мы без боя сейчас Альгорна! Не моя битва? Я не знаю, кем ты там себя возомнил, господин хороший, но у меня с Артасом особые счеты! Пали изо всех орудий! Огонь! Огонь! Выдвигаемся! Все фальшивые мерды! Все дохлые псы Альянса! Все пополнят армию короля Лича! Даже сейчас валькиры воскрешают ваших покойников, чтобы те стали частью плети! Сейчас все будет еще хуже! Идите сюда!
Я покажу вам, какой силой меня наделил король Лич. Один орк против войска Альянса? В атаку! Дворфы! Я не могу атаковать... Во имя короля Лича! У меня нет цели. Освободился. Это был сын Саурфанга, предводитель Орды у Врат Гнева. Страшный конец. Да что за... там, вдалеке! Солдаты, построиться! Похоже, Орда возвращается! Не нарывайся, орк. Мы тебя не пропустим. У тебя за спиной лежит тело моего сына. Так холодно. Ничто не помешает мне забрать его. Пробирает до костей. Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Возвращайся на свой корабль, и мы тебя не тронем. Отступи, Мурадин. Позволь пройти скорбящему отцу. Мне нужна цель. Я не забуду вашей доброты. Благодарю, ваше величество. Я не был у врат гнева, но многое узнал от выживших солдат. Газа. Твой сын только сражался достойно. Не такое он уж пал смертью героя и заслуживает погребения с почестями. Джайна, почему ты плачешь? О! Прелесть! Все в порядке. Просто я очень горжусь своим королем. Мурадин, защищай палубу и приготовь солдат к штурму верхних этажей цитаделей. Я вызову из Штормграда подкрепление. Так точно, ваше величество! Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Я готов. Чего?
слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Совершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Глупые смертные, думали, что одолели нас, Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Наксанар был досадным недоразумением. Сила сферы... Моя королева! Они идут. Мы решаем. Хорошо. Ладили. Обнажите клинки, соратники! Фрейгулы насмерть будут стоять за королеву льда!
Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! С их помощью мы пробьемся через зал! Нужно подойти поближе. Эй, вперед! Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же! Встречай свою вторую смерть! Слишком далеко. У меня нет цели. Да пребудет с тобой свет. Сейчас прибудет ее подкрепление! Пока Валькира нас не убила! Нужно с ней быстро покончить! Она решила! Слушай! Глупый Крок! Ты сам привел мне подкрепление! Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда! И служите королю Личу! Что? Это сила! Может, дай, гроза плей! Сейчас я покажу Крок. Господину, кто из нас может называться чемпионом! Смертью. Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Я останусь тут и сообщу Тириону о наших успехах! Не останавливайтесь! Убейте Синдрагосу! Октар, герои! Уже под силу очистить это пристанище нечестивости. Благодарю вас. Впереди вас ждет много опасных. Thank you.
Они не должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Не достаю! Слишком далеко! Слишком далеко! Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Наконец-то! Свободно! Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира.
Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я не могу атаковать тебя этой живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель, мой величайший герой Астрона, моего преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей ярости. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их. И превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Мне по душе. Это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни!